have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, просыпаемся, поехали в... заправляю постель, фиг с тобой. Поехали. Так, очень справедливый коммент мне написали, кстати, насчет того, что кашу ты не приготовил и вообще ни хрена не сделал. Жареный ячмень, вот, каш. Чего мне там не хватает? Злаков не хватает. Злаки я все потратил на бухлишко. Блин. И мне их теперь или вырастить, или... насчет алкоголя тоже, кстати, написали. И у кота воды нет, надо срочно набрать. Я в прошлой, позапрошлой серии это говорил. Если кто воспринял это как шутку... Нет, это не шутка. Я постараюсь как можно дольше держать наше заведение безалкогольным. Я понимаю, что тут все заточено на алкоголь. Не надо. Ой, по-моему, уже можно скосить. Так, супер. Я как раз этого и ждал. Миночка, это дерево, оно мне прям мешает. Нахрен его. Поехали смотреть, если мы можем приготовить. Если не можем, то я буду заказывать. Блин, я не хочу каждый раз это высаживать, ячмень, вот этой всей фигней заниматься. Я хочу закупать продукты. Так, хорошо. Каша, злаки. Ячмень у нас идет. Так, это у нас рис. Вот, с ячменя. Пардоньте. Рисовая каша, ячменная каша. Давайте на... У меня там топливо-то хоть есть? Воды уходит просто немерено. Ты кто у нас? Дробилка. Этих каши. Давайте вот эту кашу сейчас наготовим. Ешь как-то можно автомат... Сейчас посмотрим, как оно будет распределяться. 20 каш — это достаточно большая порция. Зачем я ячмень жарю? Ладно. Так, это будет долго. Окей, поехали. Котя, привет. Блин, надо было тебя погладить. Извини, пожалуйста, провтыкал. Дробилку же надо поставить. Там что у нас? Б8. Морской бой, да? Б8. А где ее поставить? Ее только внутри можно поставить. Я понял, поехали. Да, и можно тут R повер. Давай сюда. Б. Дробилка чего? О, я могу муки наделать. Злаков туда. Давайте того же ячменя. Принять, отлично. Из муки можно что-то приготовить. Это уже супер. Нужно ли мне вот сюда вот открыть? Подождите, это то, что я буду подавать, правильно? Надеюсь, что так. Надеюсь, это так работает. Я немножечко забываю некоторые механики. Жареный ячмень. Чего мне хватает? Мне воды не хватает для того, чтобы дальше кашу готовить. Давайте еще водой запасусь, и можно открываться. Попробуем сегодня людей кормить кашей. На каше и в воде будут сидеть, да? Отлично. Нахлебали. Хорошо, открываемся. Пробуем. О, тут мука надробилась у нас, супер. Закуски, хлеб, тесто надо, чтоб тесто. Тесто из муки. И, видимо, чего-то еще. Я пока не умею делать тесто. Ладно,
походу что-то научимся. Давай, там уже люди пришли стопудово. Не? Да, 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 да. Давай, давай, давай. Угу, спасибо. О, чуваку кашу. Да, каша за значительно лучшие деньги идет. Это обалденно. Да, 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 на, держи, держи. Частично из-за этого я не стал пропускать гринд. Ну, не то чтобы гринд, а вот эти, я говорил, что я хочу пропустить пару дней, чтобы подзаработать денежек. Но после коммента я решил, что лучше это все провести, так скажем, на запись. Вот, и вам это интересно, поэтому я не против. О! КТ пошел спать. Смотри, смотрите, он подушку выминает. Так, каша, каша. Вот, я забываю столы убирать. Людям нужно... Так. Тын-тын. Воды уходит много, но, в принципе, она продается за хорошие деньги. Стоит она бесплатно. Поэтому это, пожалуй, самый хороший бизнес. То есть вода уходит по такой же цене, как каша, но она при этом абсолютно бесплатная. Отлично. Вот это надо протереть. Если у нас... Я просто не знаю, почем у нас будет наем сотрудников, если у нас сотрудники будут стоить... И опять же, как это будет все происходить? Я один раз ему плачу и все, он работает, или мне нужно будет ему каждую неделю платить, или... Посмотрим, как это все будет... Да блин, ты не мог сразу про воду сказать! Подождал, пока отойду. На тебе кашу. Вы сами грязные приходите, посмотрите на свою одежку. Мусорите у меня тут. Блин, они дают очень хорошие сейчас оценки. По 57 это прям идеальная, по-моему, оценка. Я не видел больше пока что. Блин, там это разлили. Сейчас обслужим людей здесь. Побежим убирать. Хозяин состоит в секте. Была уже шутка, не актуальна. Хотя я думаю, что новые шутки каждый раз вы придумывать не будете. Бегу, блин. Кью. Да. Каши у нас относительно много, мы можем сегодня ее раздавать. Так что, блин, кто тарелку разбил? Кто эта гадость? Две каши хотят. Отлично, на. 32, долго сидел, ждал. Столы грязные, вижу, вижу. Люди жалуются на антисанитарию. Все столы грязные. Вы там нормальные вообще? Это же мне рейтинг портит. Вы можете аккуратно есть? Мог бы, сейчас уберу. О, коту мне нравится. Он поел, поспал. Ему прям хорошо. Несу тебе воду на жлакчи. Ешьте, ешьте еще. Давайте, заказывайте двойные порции. Набивайте мне экспу, ребят. Надо, надо. Надо уже поскорее нанимать персонал, а то я забегаю сам столько всего делать. Ну и беспорядок. Да, конечно, блин, потому что вы обсираете все подряд. Ты можешь убрать стол? Спасибо.
Меня там люди ждут. Гоняюсь как электровеник. По крайней мере, они оставляют хорошие отзывы, и на том спасибо. Блин, вы гадите как быстрее, чем я убираю, как было в той шутке. Кто вдруг не помнит, там спрашивает, почему в амбаре с поросятами так воняет. Вы что, не убираете за ними? Мы убираем, просто они гадят быстрее, чем мы убираем. 50, ну 50 меня в принципе тоже устраивает. Ну как мне еще полтора левела набрать? Это просто, это очень много. Это прям очень много. Мне кажется, это должны потом патчем будут фиксить, чтобы персонал можно было нанимать хотя бы на 5 уровне, потому что я тут жаловался, что до 4 уровня далеко. Пошла отсюда. Орать она мне тут будет. На. Держи. Вон тому чуваку воду срочно надо, вы подождете все. Лысый требует воду. Охренеть, скольким людям нужно обслуживание. Так, кашу отпускаем сразу. Воду сейчас нальем. Почему мне приходится... По-моему, я в Dark Souls не так обильно давил на клавиши, как здесь. Каша расходится. Сколько у нас, кстати, времени еще? 16:30. Нам выгодно поработать попозже, чтобы побольше людей пришли. Так, мы уже дошли до 2 золотых. Отлично. Два золотых это вообще обалденно. Я хочу 10. Кто больше? Так, у нас там на кухне ничего не жарится, не варится. Отлично. Я забыл просто, что там происходит. Я отошел на секунду, вы уже стол засрали. Что вы делаете? Так, 54. Миру нужно больше таких мест, как это верно сказал чел, и опять обгадил стол. Может, я закроюсь нафиг? Хотя, в принципе, нормально пока что идет. Каша on the way. 57. 57, к сожалению, не так много добавляет, как мне хотелось бы. Офигеть. Да убирай. Там вон еще огрызок валяется. На самом деле, если бы хотя бы или обслуживание, или уборку с меня сняли, было бы уже хорошо, чтобы я делал что-то одно. Потому что я просто не успеваю делать и то, и другое. Нужно будет потом вечерком заглянуть в магазин, посмотреть, что я могу... Беги! Посмотреть, что я могу прикупить себе интересненького. Бочонок пуст. Офигенно. Чуваки распили ведро воды. А это 30 серебряников. Это, конечно, звучит немножко жестко. Чуваки распили 30 серебряников. Я до сих пор не научился и не понял... О, свет включился у меня. До сих пор не научился и не понял, как мне ставить воду вот сюда. Я немножко не понимаю, что происходит. Там человек бузит. Надо ее успокоить. Ты же не будешь? Ладно, не будет. 52...
А, то есть тебе еще и воды подать. Так, у меня в руках вода закончилась. Ты точно столовой плесенью покроешься, если будешь так разговаривать. Всем воды срочно. Все пришли, не знаю, с какой пахоты. Блин, начал падать этот, качество сервиса начало падать с моей стороны. Убрать. Так, хорошо. Этому тоже пить. Сколько у нас? 8 часов. Блин, уже нужно на самом деле. Я не... А, у меня нет воды, потому я не могу ему воды подать. Хотя бы парочку стаканов набрать. Вытирай. Я думаю, мы закрываемся. У столов есть два уровня грязи, кстати, но они иногда очень быстро переходят от первого ко второму. Возможно, это из-за количества людей, которые за ними сидят. Красиво. То есть почти что пятый уровень мы нафармили за денечек сегодня. Это приятно. Надо сейчас посмотреть, что у нас осталось по каше. 42 порции осталось. Надо еще сварить. Потому что каша расходилась прямо обалденно сегодня. Принять. Каша варится достаточно быстро, это приятно. Что там по... Блин, я отменил. Я красавчик. F это топливо. Давайте подкинем уголька. Сварим две порции каши. 40 каш у нас еще будет, получается. Вода поуходила. И идем спать. 10 вечера уже. Тогда... Да, давайте чисто сегодня устроим серию такую по накармливанию людей, по фарму, так скажем. А вот. Иди ко мне. Опа, красный. Отлично. Каша у нас 80, вода у кота есть, воды нету, все выхлебал. Он же прихлебатель мелкий. Все, тогда ложимся спать. Два золотых с полтиной у нас есть. Вообще суперски выглядит, лечь спать, да. Этот день у нас пролетел на ура. Просто пахали с утра до ночи, и все прошло замечательно. Минуточка, я... Мне нужны зерна, чтобы что-то сажать, да? Ладно, 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 ладно. Давайте прям с утра открываемся. Чем больше сегодня придет, тем лучше. Я пока воду понабираю. Все, супер. Заходите, я готов. Bring it on. У меня свечи подогорали. Б. Напиток богов или багов. На одноглазый Джо. Ну, уже вижу первый грязный стол. Поехали. Поехали. Все начинается с утра достаточно прилично, но потом it gets really messy. Блин, тут свечка тоже догорела.
За свечами надо следить, потому что когда темно, людям не нравится, они уходят. Странно, да? Вроде как более романтическая атмосфера создается. Полутьма. Темнота, друг молодежи. О, 57. Пока что идем по максимуму. Давайте, я хочу добить 5 левел. 6 сегодня получить, конечно же, не получится, что немножко обидно, потому что уже хотелось бы следующую серию начать с того, что мы нанимаем персонал. Кстати, возможно, я так и поступлю. Все-таки, ну, я вижу, что дни проходят достаточно монотонно, поэтому эта серия у нас будет, да, посвящена обслуживанию клиентов, но потом я все-таки немножечко за кадром дофармлю, и чтобы следующую серию мы с вами уже начали. Пятая. Волшебная метла. Проверишь ящик для посылок. Фрагмент рецепта 10. Супер. Волшебная. Она будет сама убираться? Или она будет сама вышвыривать капризных посетителей? Но ящик я смогу проверить только после смены. Я не буду сейчас закрываться. Каша уходит на ура. Вообще супер. Чувак, огромное тебе спасибо, что напомнил мне про кашу. Красавчик. Так. Может, сегодня на самом деле пораньше закрыться, раз... А кто хотел? Стой, а кто воду-то хотел? А, вот ты. Да я не то хоть... Пошла отсюда, пошла. Прям рядом с ней появился стакан, я вместо того, чтобы... Так, стоп, закрываем все. У меня опять случился баг с тем, что я не могу подать воду. Люди уйдут без воды, согласен, но... Я не могу подать тебе воду. Понимаешь, у меня кнопка не срабатывает. Я понимаю, что ты будешь не очень довольна, когда уйдешь, но... Люди уперто ждут свою воду. Блин, это срезает практически в половину, если я не принес им заказ. Но я не могу принести вам заказ. Свалите, пожалуйста, из моего заведения. Уходи, пожалуйста. Я не принесу тебе воду. Спасибо. Блин, вот насрало бы уходя. Вот как, что ты за человек такой? Сколько у нас сейчас времени? Кот проснулся. Блин, кота разбудили. Пойдемте тогда посмотрю, что у меня в ящике. Волшебная метла, которая сама убирает полы. Здрасте. А, давай, открываемся по новой. Я же говорю, что хотя бы снять с меня часть нагрузок. Посмотрим, как это работает. Мне надо... Бочонок пуст, не надо. Мне надо будет это как-то самому активировать или... Так, 3 ведра воды. После закрытия нужно пойти и набрать воды. Блин, у нас в этом мире есть магия. Это прикольно, если есть волшебная метла. 3 золота у нас, между прочим. Круто. Мне нравится. Тут не так уж и плохо. Тут офигенно, чувак. Тебя кормят, тебя обслуживают. Так что... Так, а метла? Можно, чтобы метла работала?
Я не могу пол протереть, вы чё? Надо будет разбираться, как работает волшебная метла. Пока что нужно сгонять за обычной метлой, чтобы я мог просто стол протереть. Пол. Дай сюда. Блин, чертова антисанитария. Многие бунтуют, да? Так, ладно, давайте потише, давайте потише. 57, неплохо, я все равно умудряюсь получать неплохие рейтинги. Убирай! Блин, некоторые кнопки приходится зажимать дважды. Сейчас разнесу воду. И надо будет столы прибрать. Уже грязно, я вижу. 57, отлично. Вот этот стол уже прям коричневый от грязи. С него можно кашу соскребать. Знаю, принесу тебе воды, подожди. 15 и разбил, и ушел. 15, Карл. Что такое? Да убирайся ты. С этого стола все вообще по 15 отдают. Я вас тут пою, кормлю и всякое такое, а вы мне по 15. 3 стакана воды. 4, 5. Давайте кот тоже тогда будет каким-то волшебным. Он будет давать пендаля тем, кто орет слишком сильно. Он будет кидаться им на лицо. Жарко, 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 не надо. Так, этим воду и кашу. Блин, может быть жарко, оказывается. Есть определенные уровни антисанитарии, которые посетители терпеть не могут уже. Я думал, что волшебная метла она мне облегчит жизнь. Надо оставить... Вот, одно пятно на полу надо будет оставить. Оно не играет большой роли, но я потом... Блин, нет воды. Я потом потренирую... 13! 13, Карл! Я потом хочу потренировать волшебную метлу и как она работает на этой штуке. Потому что говорят само, а само оно как-то не само. Так... Да убираю, я убираю, блин, вы срете быстрее, чем я убираю, вы. Смотрите, как они столы загаживают, просто трындец. Я же говорю, в нормальном заведении нанимают официантов под все это. Я понимаю, когда ты хозяин заведения, и поначалу ты сам работаешь там на обслуге и всякое такое, но нельзя обслуживать такое количество людей одному. Сколько там? 17-20? Не, надо еще пару... 5! Я закрываюсь.
Вы тут понакидали всякой гадости, идите нафиг. Я пятна на полу оставляю пока что, мне это немножко уменьшит рейтинг, это печально. 53, 51, 57, 51, 53, нормально, нормально, нормально. Хорошо рейтинга подкинули, кстати, смотрите, осталось пол левела. Давай, допивай и вали отсюда. 57, даже с вот этой всей грязью, но мне не было антисанитарии, поэтому 57. А, хорошо, давайте чекнем, что с метлой и как это все работает, потому что я пока не понимаю. И заодно надо посмотреть, что у нас по волшебной каше. Волшебной каше, обычной каше и волшебной метле. 24 порции, 40 каши продали за день. Охренеть. Итак, 8. Вот как она работает. То есть я ее просто запускаю, она бегает и сама чистит. Окей, все, я понял. Вряд ли этой метлой можно будет вышвыривать людей. Но вот так вот ее запускаешь. А куда она потом пойдет, вот, когда она все почистит? Тихонько в уголок спрячется или что? Она просто висит здесь. Гувер-метла. Давайте делаем дальше кашу. Воды надо набрать, да. И надо будет, наверное, заказать... Я не хочу каждый раз выращивать. Это долго. Оно растет 3 дня, и... Мне это не нравится. Но если по 40 порций каши в день раскидывать, это много. Это получается, вот, надо наварить, это нужно 4 злака в день. Это если я собираюсь нормально торговать. Ведра воды не хватает, супер. Надо пойти набрать 19.30. У нас еще есть время. Супер. Магазин. Так, Bitter Hops. Эти. Давайте сразу хавчик земледелия. Для земледелия ячмень. А сколько его там было с этого? С ячменя. Я могу сразу готовые злаки... Вот, рис. 10 штук за 5 серебр... Вы что, издеваетесь? Так, с шифтом там вроде надо было. Купить, пожалуйста. Через 3 часа он там придет или что-то такое. Но с утра можно его подобрать. Так, 60 каш у нас закинуто, половина уровня добрана, холодно стало, ну давайте. Можно пойти уголька, кстати, пособирать, потому что для розжига нужно будет и дерево, и уголь. Уголь даже, наверное, предпочтительнее в данном случае. Как только у меня появится тот, кто будет пахать на кухне... Вот, то я смогу больше времени уделять и крафту, и всему тому, что происходит. Потому что пока что мне приходится бегать и все это самому мутить. Я не хочу. Я хочу заниматься... Блин, это железная руда, ладно. Иди сюда. Где тут Google? Это медная руда. Это каменная руда. Вот уголь. На самом деле идет достаточно неплохо. Мне пришло, не пришло. А когда? Ну, я же нажал купить, я надеюсь, да? Стой. Ячмень. А где там рис был? Стой. Оно что, не каждый раз что-то есть?
На один золотой сейчас, да, я покупаю ячменя? 20 штук ячменная каша. Если их кормить одним и тем же, они же не устанут. Два 77. Так, так, так. Нет. Куплю. Все, давайте тогда на этом заканчивать серию. И следующая серия у нас уже начнется с того, что мы будем или почти на пятом уровне, ну, на шестом уровне, или уже с шестого уровня начнем. Думаю, пока что на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.